хлеба бронят, а поведал час и девоз. Мы бежим бегом до таты у дом, расскажи нам знову что. Одно мое истории увачу за зялец див. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победи. Бастер, даже погуляйся. Ты достатково мне помог. Добре, тата бобер. Дякуй. Інакше прийде вовк, дикун, ступить і з'їсть вас живцем. Спокійно, діти, тут не місце для зграї вовків. Зараз усе скінчиться плачем. Послухайте лепш історію про сапраўдных вовків. Про небезпечних вовків, що нападають на людей? Ні, не зусім. Гэта гісторія про найгоршую ноч одного вовчаняті. Називається яна «Вялікія боязі малога вовчаняті». О, что здарылося? Мне приснился дрянный сон. Что так наполохало моё волчаня? Там был малый хлопчик. Хлопчик? Який ещё? Под моим ложком ховается малый хлопчик, тата, сапраўды. Сапраўды, супокойся, гэта немагчыма. Як только ты потушишь светло, он схопит меня. Не нападают хлопчики на волков, яны нас боятся. Як он выглядает? Брыдко, увесь ружовый, совсем без поушти. Замест прыгожих вострых кипцюров у яго короткие пазногти, у яго простые зубы, а не завостренные. Агида! Як ты можешь бояться такого бесшкодного малога? Га. И он только так выглядает. А так он собирается схопить меня за хвост. Варто тебе отвернуться. Он скачет по мне, как только я засну. Глянь. О, никого там нема. Нема волчаня, никаких следов ружового хлопчука. Видать, он нас почул и сховался у іншим месцы. Спрытный. Ой. Да няма тут нікога. Ніякага хлопчика. Няма. Што гэта за шум, тата? Вецер шуміць, кладіся, пара спаць. Не бойся, это скразняк. Окно отчинилось скразняком, коли я зачинял дверы. Нема ніякай сувязи с хлопчиком у твоим покое. Ян пана сбег проз окно. Махчым, ян так само боится чем. Може, во всяким разе сёння ён не вернется. Не, ён вернется. Застаньте со мной. Ходи сам глянь. Не, мне страшно. Глянь, гэта толькі галінка дрэва. Вось, адкуль гэта шум? Вядома, цяпер усё ціха. Усё навокал мірна спіць. І ты таксама спі, сынок. Вось, цяпер ты ведаеш, што ў тваім пакоі не было ніякіх хлопчыкаў. Спі смела. Тата! Так? Шоу квакуна. Ты глядел под коудрой? Так, я шукал павшер, его нигде нема. Ага. Не вернулся?
Там больше нікого не було. Ходи сюди, Квакун. Я боюся спати без тебя. Тепер тата Волк може крыху поспать. Некая дивная история про волков. Зусім не страшная. А чому казки про волков завжди повинны быть страшные? А про клоуна усмешные. Семейные истории складаные. Это была история про волков. Волчанята боятся, как все иншие дети. Так, тата Бобер? Вядома, Битси. У дятинстве усе потребуют подтримки человек ти живела. Ось і все. Однесіте нашу нову скриню. Бостер, я допоможу тобі. Мої цацки кличуть мені. Я пойду з вами, Бенджі. Я тільки поставлю скринку, де пойду гуляти. Що тут у нас? Ой-ой, тата Бобер, тобі їх шмат. Чого? Скринок. Гляньте, я не повсюль різних помірів. Їх тут мноство. Правда. У мене шмат скринок. Я завсёди любив працювати з древом. Глянь на Это налепшая. Осторожно, яны деликатные. Это вельми прыгожая. Тата Бобер, навошта табе столькі? Таму што я люблю парадак. Я пачаў іх рабіць вельмі маладым, калі быў у вашым веку. Кожны раз, калі мне сніўся кашмар, я прыходзіў сюды і рабіў скрынку. Хаваў туды мой кашмар. І кожная скрынка нагадвае табе пра нейкі кашмар, які не даваў табе спаць па начах, як ваўчаняці. Так, але я ўжо вырас. А ўсё гэта было вельмі даўно. А ты надалей любіш працаваць з дрэвам. Так, мне гэта вельмі падабаецца. А цяпер пакладзем усё на свае месцы. Файна быць дарослым. Больш не баіся цемры да іншых рэчаў, якія палохалі ў дзяцінстве. З іншага боку, дарослыя заўсёды сур'ёзныя. Дарослыя мусіць хадзіць на працу. А што мы будзем рабіць, калі вырастем? Я не могу вырашать за вас. Дарэчы, гэта нагадала мне... Зараз будзе гісторія! А як жа? Я раскажу вам пра ваўчаня, якое з малых гадоў ведала, што яно будзе рабіць, калі вырасце. Гэта гісторія называецца «Ваўчаня Макс». Скажы мне, Макс, кім ты хочаш быць, калі вырастеш? Я хачу быць кветкаводам, тата. Кветкаводом? А теперь кем ты хочешь стать? Кветкаводом, тата. 50 поколений мужчин этого рода были паляўнічымі. Треба подтримливать традицию, чуешь? Ненавиджу полявание. Не раби мне сорому. Усе волки любят полявать. Няма нічога лепшага, чым упаляваць сакавітую ды пульхную свінку, зварыць яе ў зёлках ды аліўкавым алеі з каліўцам экстрагону. А я не люблю мяса. Надоечы ў нядзелю ты жор авечую нагу 5 кавалкаў. Я люблю мяса з гастранома, а з лесу не. Не-не, я супраць, я буду кветкаводам і кропка. А маёй краме будзе мноства ружаў ды рамонкаў, а за зароблены грошы яна буду першакласныя смажныя рэбры ў супермаркеце. Я не дозволю Максу стать кветкаводом. Гэта ж ганьба. Я навучу яго любіць паляванне. Больш ніякіх размоў пра кветкі, інакш я з'ем мой капялюш. Ідзем на паляванне, пад'ём, хлопча. Дай паспаць, тата. Папі крыху бульону, каб забурліла кроў. А ням-ням-ням. Я не хачу, не хачу! Thank you.
Ось тут мы схаваемся. Як только з'явится трусик, мы схопим его и у кошек. Утекай, трусик, покуль не поздно. Мой тата хочет съесть тебе. Зух, ничего не скажешь. Ты что? Я ж казал, ненавиджу полявание. Это варварство. Я николи не буду полявничим. Я ведаю, як змянить его. Коли у меня не выйдет, я съем свою подушку. Сынок, я думал про квитководство. Ты ведаешь, это вельми небеспечная профессия? Так? Вядома, ты можешь уколоться об шипы, подхопить слупняк, або порезаться ножницами. Не турбуйся, тата. Я зараблю себе прищепку от слупняка. Адмысловые пальчатки оберегут меня от порезов. Я буду вельми осторожным. У этой бутельцы надеянное противоядие от квитководства. Это экстракт ружи, фиялки да шалфею. После этого мой хлопчик зненавидит пах клеток. Коли после этого Макс не забудет про кветки, я съем бабулину порцеляну, клянуся. Та-та, у моим покоя некий дивный пах. Шалфей, ружи да фиялки. Я больше не хочу быть клетководом. Не хочешь? Не, я хочу створать парфумы, бо я зрозумел, что у кветках мне больше за все подобается их пах, а не... Макс заглядел на свет иначе, чем его не тата, вось и все. Бо я свой разумел. Так, а Лен может вырешить сам за себе. Правда, тата Бобер? На счастье, теперь это поусюдно. Люди могут сами вырашить, что им больше досподобы, и это добро, бо только так мы можем быть счастливыми. Нам треба хоча и визначаться. Думаю, часу у вас еще крыху есть. Сатанаш носит шмат таких историй про запас. Под своим вялизным парасоном знов сбере он нас. Под горой мы на пол его сядим. Для малых бобров и для всех сябров будь бобер, а победи.